Ребят, с вами Олечен Космов. Я продолжу нарисовать этот проект. Как называется проект? Shyway. Suspect Mansion. Ну-ка, посмотрим, что там. А, Дилка и Джейд, понял. По порядку делаем, рисуем круглый жук. Вот так. Оно точно выглядит похоже на какую-то голову. Теперь сделаем это. Чтобы не двигал у нас листочек. Не двигайся, листочек. Вот так готово. Так готово. Эй, стой, стой, куда ты налепил-то? Готово. И будет как новенький. Эй. Чё я не то делал? Так, сделаем продолжить. Так. Полоски рубашек. Он точно выглядит на оранжевый. Оранжевый. Не оранжевый, как это... Как говорите, ребят, напишите комментарии, что я делаю. Ну да. Вот, знаменьте. Вот видите, ребят, что я делаю? С рисунком. На резинке бывает так. Так, берем красную, чтобы не забыть. Так, музыку делаем, вот. Так. Делаем нозик льва. Имя звали Дюк. Вот так делаем. Сейчас кое-что показать. Shyway. Это песня, которая для этого из этого фильма. Семейка Крутс. Вот тут точно первая часть. Так. Итак, готово. И мы продолжим еще раз нарисовать. Круглый жог. И вот так, смотрите. Смотрите, что я делаю. Так. И еще вот так делаем. Это рубашка для этого. Лето, осень, зима, весна. Сейчас будет, скоро будет фильм, ребят. Напишите комментарий. Сейчас скоро появляется новый фильм. Называется Зуба, 15-й фильм. Сейчас будет новый. Вот. Теперь готово. Теперь нарисуем желтую голову. Она как это прямо девчонок. Вот, девчонка вот. Сейчас делаем. Так, так. Да. Так, так. Итак. Так. Теперь готово. Раз, два ушки. Он на того, как это... Вот тигра, да.
Она похожа на какие-то кошек, тигры, львы и, например, другими. Если что вам понравится, то... А я продолжать наш рисунок. Итак, где это коричневые полоски? Вон она желтая. Так. Сейчас появляется новая... Как это? Вот он. Вон он синий. Это рубашка, значит. Ой. Упс, не то нажал. Одни точно выглядит. Вот теперь готово. Ребят, если вам хотите, ставьте лайки, подписывайтесь. Я продолжу и начну рисовать, потому что мне надо поработать. Итак, ставьте лайк, немножко подписывайтесь. Всем огромное спасибо. Всем спасибо. Вам огромное спасибо. И удачи вам, пока.